инициатор, соинициатор, это коммунальное управление вот этого вот здания, вот в этом КМДА. Фактически мы сами у себя забираем желтень, так это выглядит. Поэтому, пожалуйста, не спешите, давайте мы организуем наше юридическое лицо, поймем форму участия в нем, и тогда будем инвестировать деньги. Если вы сейчас даете деньги, вы должны отдавать себе отчет, кто будет управлять ими, этими ресурсами. Поэтому просьба следить за страничкой и нашими какими-то новостями на ней, и мы попытаемся сформулировать то, что мы сможем контролировать. Вот об этом идет речь.